Голоса, покорившие Россию, академический женский хор Муромского педагогического колледжа удостоился гран-при Всероссийского конкурса вокальных коллективов «Полифонии души 2017». Звонкое пение муромлянок услышала и наша съемочная группа. Старательно выводится каждая нота. Хор педагогического колледжа теперь славится своими звонкими голосами далеко за пределами Мурома. Всего в нем поют 45 девушек. Для каждой музыка – призвание. Сложно выступать, когда один на один с жюри и с публикой, когда в хоре чувствуется плечо другого человека, чувствуется поддержка колоссальная и становится немного легче выступать. Да, это очень заряжает позитивом, эмоциями, очень дает большой такой эмоциональный отклик. Особенно, когда ездим на дальние расстояния, поездки занимают по 4 часа, там, ну, по 2 часа. Ну, сложно, но это того стоит. Мы посетили уже много концертов и конкурсов, и я уже как-то более уверенно чувствую себя на сцене, даже если это какой-то международный или всероссийский конкурс. Так что я думаю, что мы всем хором были дружны и поддерживали друг друга. Ангелина Потапова в академическом хоре с самого его основания, но петь начала гораздо раньше, еще в 5-летнем возрасте. Хочет преподавать музыку и не представляет без нее свою жизнь. Мне нравится само искусство вокала. Мне это нравится и люблю этим заниматься. А так? Нравится, как реагирует публика. Это достаточно приятно, когда ты слышишь аплодисменты, стоя на сцене. Когда ты занимаешь какие-то места, особенно когда это призовые места. За 2 года своего существования Муромский академический хор добился немалых результатов. В копилке грамоты не только областного, но и всероссийского, и даже международного образца. Вот и на полифонии души 2017 он вновь был высоко отмечен требовательным жюри. В этом конкурсе принимали участие более 30 хоровых коллективов, от младших до уже взрослых хоров. Но мы получили гран-при на этом конкурсе. Что интересно, представитель жюри конкурса сказал нам «Браво!». Музыкальное отделение – это изюминка нашего колледжа, а хор – его самое большое достижение. И мы очень рады, что у нас есть такой хор, который занимает высокие позиции в области, на международной арене. Сочетание таланта и красоты. Своими голосами будущие педагоги музыкального образования порадуют муромлян еще не раз. 17 мая девушек ждет отчетный концерт. Юлия Ксако, Александр Симонов, Новости Муром.